Сегодня 1 июля, 85-й, наверное, выпуск влога. В общем, самое главное, что сегодня основной день голосования по поправкам в Конституцию. Можно сказать, исторический день. Очень много изменений они вносят в Конституцию. Но вот все, которые в основном публикуют, ну, в плане не все полностью, потому что всех их очень много, там сколько-то десятков страниц вроде. Но вот самые основные, которые публикуют, там, допустим, неприкосновенность экс-президентов, полномочиях Совета Федерации, в общем, пенсия, дети, безопасность. То есть, в принципе, они все такие хорошие, положительные, так сказать, для народа. Вот. Ну, я не буду комментировать ничего по этому поводу, потому что канал политику вообще никак не трогает, не политический канал. В основном влоги, может быть, какие-то обзоры на технику, всякие гаджеты такого плана. В общем, лайфстайл, ничего здесь такого сверхъестественного, просто жизнь, бытовуха, может быть, частично. Поэтому закроем тему про политику, про конституцию и рванем, наверное, на пляж купаться, потому что сейчас 35-40 градусов, в общем, жарище неимоверно, солнце там просто палит, сжигает все, выжигает, ветерка нет, поэтому смотрите выпуск до конца, я думаю, будет интересно, мы погнали. Ничего, я думаю, нормально. Мы отселялись, он как бы... Конечно. Сейчас как накупаешься, да. Трубопровод настроишь свой. Вы там что, замок строите? Нет, озеро. Озеро? Озеро. Что забыл, Миш? Вышки вон как классно. Мы еще нырять потом пойдем, да? Нет, не мальки интереснее всего. Это тебе не какой-то там замок из песка. Вон они. Вон по чуть-чуть, видишь, плавают стайками. Поймал? Нет. Ну ладно, потом поймаем. Абрикосики нам можно? Лопатки торчат? Торчат. Совсем исхудал. Все торчит. Так надо есть. Давай еду. Абрикосы? Да. Я помою руки твои. Да воды, смотри, полно. Целая река, стой, целая река воды. Улитка. О, да. Клевая? Это на абрикосах лежал, чтобы они так вот там. Что-то вышел проще. Пап, литру лопатку? Да, мы будем строить замок. Смотри, она, кстати, раскрылась уже. Там мы ее раскрыли. А, вы раскрыли. Это бандиты. Кто сказал? Там кто-то живет. Открой. Кто там? Тот же, кто и тут. Заложи в ведро. Какой еще тёс? Да ты чего? А что там в этих улитках, Мишань?
Смотри, сама. Да. Вот это улитка, так улитка, да, Мишань? Ага, давай улитку. Где улитка? Не надо. Собираемся. Выдвигаемся. Пакет. С вами, Шунь, вернемся когда? Завтра, послезавтра? Завтра вернемся? Это озеро, Мишкино озеро. Ты только в воду не лезь в шлепках, а то грязные будут. Смотри, сколько малька. Давай возьмем его. Зачем? Зачем он тебе? Мама. Мишка станет там, мальков спасают. Они уже все не выживут. Они уже не жильцы. Классно покупались. Все, выдвигаемся домой. В магазин уже забежим. И хватит на сегодня. Ну что, вы там идете? Мы еще не все взяли. Пойдем, пойдем. Надо с очком приезжать, с очком вылавливать. Ну ты охапку возьми, Мишуня, и все, и пошли. Шапку, может быть? Шапку? Не, шапку не надо. Мама! Они же в воде будут жить, а так они у тебя не выживут. Или ты их пожаришь? Я их пожарю. Ништяк, да, людей много? Машин много. Доверил Тане вырулить, выехать. Надеюсь, с ним все получится. Танкист как. Все, выходи. Дальше я сам. Сколько можно во мне сомневаться? Я перестраховываюсь. Мишка, ты спишь? Нет? Засыпает уже Мишаня. Чего? Я себя снимаю, ладно? Вдоволь накупались. Мишка даже засыпает. Про тебя не говорить? Ладно, не буду говорить про Мишку. Сейчас Таня в магазин забежит и возвращаемся домой. Бум. И вот мы дома. Время 7 вечера. Извиняюсь за качество видео, которое было на пляже, потому что все снималось на iPhone 11 Pro. Это, конечно, не такая крутая картинка, как на Sony Alpha 7 III, на которой сейчас я снимаю. Но если песок попадет в камеру, в Sony, то это все кранты. Ремонт, головняк. Я очень-очень хотел взять Sony, но взвесил все за и против, и все-таки решил ее пока оставить дома. Может быть, в следующий раз я ее возьму на пляж, так, с осторожностью, чтобы снимать. Картинка, конечно, космос будет.
Вот, но точно не ближайшую там неделю, наверное. В общем, как вам выпуск? Пишите в комментариях, ставьте лайки, давайте побольше обратной связи, потому что сейчас я вслепую снимаю, и вообще непонятная реакция аудитории, что нравится, что не нравится. Поэтому, в общем, увидимся завтра в новых выпусках. Всем пока!